Создатели отечественного родстера «Крым», стоимость которого не превысит 700 тысяч рублей, работают над вторым прототипом автомобиля. Он будет максимально приближен к серийному варианту. Об этом сообщает сообщество RCI в соцсети ВКонтакте. Сроки по запуску мелкосерийной сборки автомобилей на продажу пока неизвестны. Ожидается, что к выпуску товарного варианта «Родстера» могут приступить через 2-3 года. Однако перед этим «Крым» должен пройти комплекс сертификационных испытаний и получить одобрение типа транспортного средства. Ранее колеса.ру сообщал, что создатели «Крыма» планируют реализовать три инвестпроекта, первый из которых заключается в фейслифте текущей версии, второй – «Крым», заточенный под спорт, третий – «Родстер», которые будут выпускаться под заказ для конкретного клиента. Напомним, финальный вариант «Крыма», существующий на данный момент, был представлен в конце лета прошлого года на автосалоне в Москве. «Родстер», как заявляют разработчики, собран из деталей российского производства. В салоне автомобиля много знакомых по рестайлинговой «Лада Калина» элементов. Двигатель тоже вазовский, 16-клапанный, который благодаря измененной системе выпуска развивает порядка 110 лошадиных сил. Коробка передач «Механика» от «Лады», в которую внесли изменения по причине другой компоновки.